Меня зовут Катя. Меня зовут Саша. Музей уличного искусства рад сообщить о запуске бесплатных экскурсий для глухих и слабослышащих по экспозиции экспериментального проекта «ЦХ-1». Экскурсии по этой части музея редки и уникальны. Мало кто знает, что заброшенное здание завода слоистых пластиков стало мастерской для уличных художников со всего мира. Экскурсии будут проходить на жестовом языке раз в месяц по субботам. Точную дату ближайшей экскурсии смотрите в описании к видео. Записаться на экскурсию можно, отправив письмо на электронную почту или WhatsApp-сообщение. До встречи в музее!